Привет. Как дела? Я решил стать геем. Нет, я решил все-таки до конца попытаться пройти Сому. Ой, ну что ж там, я примерно вспомнил даже, на чем мы остановились. Идем дальше. Помню, что здесь какие-то страшные звуки происходили. А что-то мигает. То ли у меня монитор? Нет, скорее всего, здесь что-то. Ага. Бегать shift. Это я помню. Что еще? Еще у нас есть какая-то карта-ключ, по-моему. Так, этой штуке мы не можем помочь. Что ж, видимо, нам не сюда, скорее всего. Ну да. Да-да-да. Лаги тоже. Да бьёб твою мать, что ты будешь делать? О, фонарик у нас же есть, точно. Блин, я не знаю, слышно, но, блин, соседи. Я не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы включать дрель. Ведь только конченые... Конченые дауны сверлят, правильно? Вы же все это знаете. Твою мать. Что такое? И где оно? Я его не вижу. И сколько их? Этих штук. Ну, можно, конечно, пробежаться. Какие-то органические формы жизни или это тоже какие-то роботы? Мне показалось, это твари какие-то все-таки. Или это вот эти штуки, только ожившие. Ах да, ремонт не надо делать. Делают идиоты. Надо покупать сразу готовые квартиры хорошим ремонтом. Вы что, бомжи, что ли? Ремонт делать. Да? Ладно. Ситуация напряженная. Потому что я ничего не вижу. Вот это звуки, конечно, прикольные. А куда идти-то? О нет, ненавижу лабиринты. Пипец. Я жив? Это что, легкий уровень типа такой? Да твою мать, да где же он? Ты с... Я в шоке. Уйди отсюда, прошу. Интересно, он всегда так меня будет бить? Ну, я к тому, что бить и потом уходить. Твою мать, твою мать, твою мать. Чё там надо?
Что-то перезапустить надо. Интересно, а что? Он ушел, что ли? Невозможно перезапустить маршрутизатор. Отлично. Что-то у меня как-то меня шатает. Видимо, меня накрыло. Чувак, достаточно больно. Так. Ну, он вроде где-то там ходит. Возможно, я пока несся сюда. Может, какой-нибудь проход пропустил? Любому же. Вот он идет, да? Очко-то трясется. А может его отвлекать этими? Твою мать. Здесь вообще без вариантов, да? О, а может его можно как-то типа сюда загнать? И закрыть. Да ладно, здесь тоже ничего нет. Нихуя себе, мне пизда, да? Извините меня, но... По-моему, мне хана. Он умеет двери открывать. Как с ним? А, закрой, закрой, закрой! Да закрой ты, сука. Закрой, твою мать, закройся. Блять, вот так у меня очко еще не тряслось, реально. И что мне с ним делать? Может, он света боится? Видим, первый раз меня глаушили, а сейчас я сдох. О, боже. Просто я что-то такого... Вы умерли, да? Ну ладно. Нажмите, чтобы попробовать еще раз. О, господи. В жизни бы так. Типа, идешь по улице. Да, сосулька такая. Дай-ка я упаду. Да, потом тебе проспишут в конце. Нажмите, чтобы еще раз попробовать. Этот уровень. Ой, я как в Outlast хотел эту камеру включить. Да, смешно. Блин, и что с ним делать-то? Типа ему вообще никак на глаза нельзя попадаться. А что тут перезапускать? Я просто бежал, я там не... Ну, скорее всего, там по-любому какой-нибудь еще один... есть еще один проход куда-нибудь. Потому что вот тут вообще ничего не видно. Ничего нельзя сделать. Ну это жесть какая-то. Самое интересное, что вообще не видно же его. В тумане. А, вон он. Только что же вроде видел его.
и не убежать от него, да? Ну, бред какой-то. Так. Не, с этим что-то ничего нельзя сделать. Вот мадафак, я даже фонарь боюсь включать. Ну, а вдруг он чует? Вот это жесть, ребятки. Не, ну можно, знаете, что, спидранить. Несколько раз побегать. Чтобы примерно понять местность. Меня не обманывают уши. Что он справа? Это бред какой-то. Я и пал. Что с тобой сделать-то? Суки. О! Кого перезапустить-то тут? Он на звук, что ли, идет? Чё мне ждать или идти отсюда? Сука! Что-то хотел сказать, забыл. Чего? Какая ошибка нахер? Сисадмин пришел, сука. Пипец, вали отсюда. Меня же так не видно, да? Когда я выглядываю. С помощью функции выглядывания. Он ушел, нет? Он, по-моему, уходит, да, отсюда? Чё тут не так? А, он
Он... Ты серьезно? Он выключил ее? Слушайте, может что-то кинуть надо, знаете, наверное, да. И чё? Там что-то нажать, что ли, надо? Нажмешь там за меня, чувак? Так, ну давай, выходи справа. Что случилось-то? Сука, что, дверь там открылась? Или что случилось-то? Блядь, что теперь-то? Или это все? Я... Господи, я просто... Не помню, что там делать-то надо было. Типа, я что-то перезагрузил, да? По-моему. Так. А как задачу-то нашу посмотреть? Вот это я сиранул просто. Жопа. Отлично, Сэм. Только бы сработало. Я туда снова не полез. Согласен. А мне кажется, лезть не придется. Он сам вылезет. Он дверь видел, как хорошо открывает? Сучий потрох. А куда мне теперь-то, я уже не помню. Твою мать. Может, сюда? Я реально забыл уже. Это что? Подожди, надо в какую-то, по-моему, секцию, что ли, мне? Надо попробовать запустить симуляцию найденного вами чипа. Кто-то должен знать код. Я уже не помню. Нервы ни к черту. О. Каждого шороха боюсь. Вот сюда, что ли? О, боже мой. Ладно. По-моему, какая-то там дверь у нас была. Может, здесь что? Это так и должно быть всегда. Так, здесь, по-моему, зак... Да
Да, по-моему, нам надо назад. Точнее, в какую-то вот сюда, что ли. Тоже нет. Мунши. Тут, по-моему, информация какая-то. Давайте, вставляйте найденный чип. Куда? Я забыл. Сюда что? Какой найденный чип-то? Ставьте чип со сканом. Твою мать, я забыл, куда его вставить. Ну ладно, наверное, вот сюда куда-то. Да куда вставить-то, сука? А. Твою мать. Чё, как там вставлять-то, чё надо? Отлично. Потыкали. Список персонала. Посмотрите, кто может знать код доступа. Прикиньте, нам бы надо было просматривать код доступа, а между тем эта хреновина бы ходила сзади где-то, и нам надо было периодически подходить и узнавать. Так, значит, нейрограмма Накадзимы. Че? Сказал, что может достать ковчег. Убил себя во имя непрерывности. Строй Мейер сильно разозлил. Беженец со станции Дельта, объездчик конструктов, сейчас работает на строймере. Человек, который знает код, да? А очередное самоубийство опять закрыл вход в мою лабораторию. Строймер. А, мы так похожи. Она помогла мне устранить волновую утечку в шлеме. Должно заметно уменьшить головные боли после сканирования. Страски был бодр и весел, как всегда. Сказал, что поможет соорудить ковчег, но не переносить на станцию. Группа охраны Тета. Группа охраны Тета. Партия 7, объект. А где тут пишет-то? Исследователь Кэтрин Чун. Я нихуя не понимаю вообще. Я тупел. Давайте тыкать каждого. Многообещающе. Я загружу его и запущу симулятор. Не знаю, почему я подумал. Вот и все.
А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ваном. Используйте компьютер, чтобы включить симуляцию. Запуск. Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Не бойтесь. Чё? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут мы выкололи вам глаза. Все хорошо. Так и должно быть. Нет, нет, нет. Это ложь. Вы врете. Мистер Ван, прошу, успокойтесь. Нет, 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 нет. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун. Я верил вам. Мы его, получается, оживили? Это ведь идеальный образ прямо для ковчега. Самое то. А потом мы его отключили. Снова лишили жизни. Я думаю, что все получится. Может, можно еще попробовать? Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Успокойтесь, мистер Ван. Чё? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не надо волноваться. Нет, 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 это ложь. Вы врете. Не переживайте, мистер Ван. Нет, 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 зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун, я верил вам. Это не сработает, нужно что-то еще. Типа, в смысле? Чё? Не понял вообще. Ой, бля, чё это? Чё за бред? А чё, я не понимаю. Не так всё и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Подождите. Саймон, вы сбросили симуляцию. Что? Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Не бойтесь. Чё? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Все хорошо. Так и должно быть. Нет, нет, нет. Это ложь. Вы врете. Мистер Ван, прошу, успокойтесь. Нет, 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 зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун, я верил вам! Для работы нам нужно что-то еще. Я ничего не понимаю. Что нам еще надо? Че тебе надо, тупая ты сука? Может, сюда куда-нибудь что-нибудь вставить? Как там его звать? А, может, стереть данные? Ни хрена себе. А, хотя... А. Джаред... Что происходит? Может, стереть данные какие-нибудь? Так, подожди. Может, какой-нибудь чип? Нет, чип, наверное, нельзя. Подожди. Ван Брейден. А что-нибудь нажимать тут можно? Вот... Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Саймон, какого черта? Прекратите. Я ничего не понимаю, честно. Тупая мразь. Не так не объясняет плохо. Мне. Страмайер.
Непонятно вообще нихера. Я, видимо, не понял, что нам надо вообще. Проектор не активен. Гнездо. Модуль. Настройка. Среда ничего. Модуль поддержки нет. Давайте еще раз посмотрим, что она нам ответит на это. Не так все плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Успокойтесь, мистер Ван. Чон? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не надо волноваться. Нет, 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 это ложь. Вы врете. Не переживайте, мистер Ван. Нет, 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 зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чон, я верил вам! В чем смысл делать одно и то же снова и снова? А что мне делать, тупая ты сука? Видимо, можешь свалить отсюда нахер. Попробуем. Куда идти-то? О! Мы не нажимали эту штучку. Фистинг не делали кулаком. Сразу полегчало. Соу. Думаю, Брэндон Ван хороший вариант, но о нем надо больше узнать. Попробуйте узнать его получше. Осмотрите его комнату, вещи. Это можно. Симуляция Брэндона Вана хорошая идея, но надо изменить его обстановку, чтобы он расслабился. Ладно. Сейчас понять не стало. Я просто не очень понимаю, что за симуляция происходит с ним. По-моему, сюда. Брэндон Ван. Бич. Ой, а тут как потемнело. Вот нефиг пальцы совать куда не надо, да? Ладно, по-моему... Я не помню, где комнаты-то все... Так, нет, не здесь. В двух коридорах заблудиться могу. Знала бы Брэндона лучше, смогла бы его разговорить. Гай, Ханди. Вот она, комната Брэндона. Спасибо. А, о. Ты так все можешь чтобы открыть? Его узнать, симуляция должна проходить без помех. Ага, свет, хорошо. Так, ну давайте посмотрим, что он... черная дыра, ничего не видно. Здесь у нас... замок. Здесь... забыл, как называется. Короче, холмы, горы. Эти в пустыне. А, вот, давайте посмотрим. Брэндон, ты готов? Страмайер говорит, пора выходить. Я жду, пока Страски и Альвара соберут вещи. Спускайся вниз, встретимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Немного информации. Они собирались уйти. Какая-то девушка торопила Брэндона. Вы по интерфону слышали? Наверное, буфер передачи. Ждите. Это Элис Костер. Я даже не думал, что они знают друг друга. Интересно. Премия Fairchild. Что-то там за достижение инженера молодежи. Что-то там, да. Что ж. Больше нихера нету. Ой. Давайте забьем ему подушку. Дальше. Какая рожа кривая. Отлично, давайте разобьем. Мило.
мило. О, комп. Акерс наконец согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гой и Крии сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший, я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк. С тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. Кажется, Элис и Брэндон вместе ходили на сканирование. О, это точно пригодится. Придумала, Саймон? Я могу синтезировать голос Элис из интеркома и воспроизвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Отлично. Это просто замечательно. Отлично вышел с интеркома. Вы можете анализировать данные? Как это у вас получается? Да как-то само получается. Само говорите. Это очень интересно. Да, теперь все девушки мои. Класс. Когда робот все сам понял и за вас всю работу сделает. Это то, что мне нужно. Я симулировала модуль Элис для работы. Значит, она будет с Брэндоном в симуляции. Вроде того. Говорить придется мне, но звучать и выглядеть она будет как Элис. Отлично. Ну, сейчас... Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Тебе все хорошо? Элис, а что с комнатой? Ты какая-то странная. Я нормальная, как обычно. Не знаю, кто ты, но лучше проваливай. Черт возьми, это что? Что вы со мной сделали? Что вы сделали с Элис? Если она ранена, вы труп. Отключать его надо? Нельзя оставить живым, пока не получим код. Чем дольше он будет в компьютерной модели, тем больше на ней зациклится. Ну и дали бы ему привыкнуть, что такого. Он тогда сошел бы с ума, так что лучше включать ненадолго и минимизировать страдания. И чё сейчас? Еще раз? Не так все и плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Как хорошо, что все легко обошлось. Элис, а что с комнатой? Ничего не случилось. Ты какая-то странная. What do you mean, honey? Не знаю, кто ты, но лучше проваливай. Все не так, как вы думаете. Мы хорошие. Черт возьми, это что? Что вы со мной сделали? Что вы сделали с Элис? Если она ранена, вы труп. Этого мало. Надо пробовать что-то еще. Твою мать. Теперь в комнату этой тёлки, скорее всего. А как её звать, Элис? Твою мать, забыл, где. Вот сюда, по-моему, да? Давайте, кстати, найдем. Она сама, наверное, скажет нам. Кэтрин. Джоу. А тут и нет такой. Падла, смотри-ка. А там кто? А это что за комната, кстати? Элис вроде, да, или... Так, а здесь у нас что? А, здесь у нас... Здесь у нас, наверное, тоже нажать можно, нет? Ладно. Это уборная, да? Ладно. Мы устаревший образ, который был на компьютере. Для чего вы его использовали? Это шаблон, в основе которого уже есть некий интеллект. Так что для того, чтобы построить ИИ, мне не нужно изобретать заново всю модель. А можно сосредоточиться на конкретном применении ИИ. А все ИИ осознают себя? Они все считают себя Саймонами? Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если вы думаете, что мы просто помещаем людей в роботов и машины и выпускаем их на волю, то нет, это было бы очень жестоко. Все не так. По крайней мере, раньше было.
полностью разумные машины, считающие себя людьми, это определенно что-то новое. Но для Ковчега вы сохранили им разум. Да, и мне практически пришлось изобретать метод заново. Чё, мне назад, что ли, пердолить? Может, она нам что-нибудь скажет опять новенькое? Там какие-то есть... Надо найти для Брэндона Ванна место получше. Вивари заставила меня задуматься, а почему комната одна и та же? Вивари? Это вы о чем? Я не люблю гадать, что я делала после скана, но есть шанс, что я подготовила схему комнаты сканирования. Вы предлагаете мне искать схему комнаты для сканирования в комнате для сканирования? Да, и скормить его симулятору. Должно сработать.